Итак, продолжаем наш тренинг по мануальной терапии. И у нас идет коррекция на скручивание поясничного отдела позвоночника. То, что мы делали на столе, мы можем, в принципе, повторить стоя. Иногда это бывает даже легче сделать. Для этого, смотрите, мы берем руку. Ну, во-первых, все должно быть расслаблено. Помогаем человеку понять, что нужно расслабиться. Да, ручки висят полностью, вот как веревки. Неподвижно, да? Берем его руку, мягенько кладем в свой локоть. Если нам не хватает обхвата человека, да, вот он широкий достаточно, переводим руку вот на запястье, обходим с другой стороны и упираемся своим бедром в его бедро, распрямляя, как бы вот мы выпрямили, да. Теперь противоположную ногу поднимаем в колени вверх, вот он ее поднял, да, мы будем ее тянуть на себя, а эту руку в противоположную сторону. Чтобы вращение получилось гораздо эффективнее, попросим повернуть человеку голову в ту сторону и глазами как можно дальше смотреть за спину. На выдохе. Если позволяет вам возможность ваша физическая, да, вы можете его немножко приподнять. Поднимаю еще раз ногу. Тогда кладем на бедро свое и на весу. Растягиваем как гармошку. Вот. Ну, такой прием можно сделать симметрично. И, соответственно, видим, ну, траст у нас уже был до этого сделан, да? Поэтому сейчас хруста не было слышно. Но прохрустело вот практически от середины грудного отдела до крестца, да? Вот. Возьмите себе на заметку этот прием.